Всем привет, с вами Мистерия, не забывайте подписываться на канал. Новая внешность Чипа и Дейла ужаснула зрителей. Компания Disney объявила о перезапуске анимационного сериала Чип и Дейл и показала знаменитых бурундуков, но их новая внешность взбесила пользователей социальных сетей. Состоялся анонс новых проектов для грядущего стримингового сервиса Disney+, который должен стать главным конкурентом Netflix. Как сообщают новостные издания, среди эксклюзивных сериалов будет и перезапуск Чипа и Дейла. Первый кадр показал двух бурундуков, изображенных в новом для них графическом стиле. Большинство пользователей такие перемены во внешности любимых персонажей детства, которых помнят по сериалу Чип и Дейл, спешат на помощь. Многие из них отметили, что если бы не подпись к изображению, они бы и не догадались, что перед ними те самые бурундуки. В социальных сетях активно обсуждают анонс перезапуска. «Они не выглядят как Чип и Дейл», — написал пользователь под ником Крида Тири, с которым многие согласились. «Простите, Дисней, но Чип и Дейл выглядят отвратительно. Какая-то ошибка, это просто не они», — пишут многие участники форума. В общем, все сошлись на мнение, что Дисней убивает Чипа и Дейла, когда это закончится. И все в этом духе. Ну а сегодня все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.